В ближайшие сутки в Молдове прогнозируют переменную облачность. В Бричанах и Сороках термометры покажут плюс 15, в Бельцах на градус выше. В Аргееве 17, в Тирасполе 18, в Лёве и Камрате плюс 19, в Кагуле ожидается до 20 градусов. В столице также переменная облачность, днем прогнозируют 18 градусов, ночью 3 выше нуля. В ближайшие сутки немного похолодает, пройдет дождь. Дневной максимум до 14 градусов, ночью температура воздуха до плюс 5. И о погоде в Европе. В Мадриде 18 градусов, пасмурно, в Париже плюс 12, в Лондоне на градус ниже и также без осадков. В Берлине термометры покажут 10 градусов, здесь пасмурно, в Риме воздух прогреется до 15, пройдут дожди. В Вене также осадки, но намного холоднее, 6 выше нуля. В Праге 8, в Будапеште на градус ниже, в Варшаве плюс 6 и также пройдут дожди. В Белграде 14 и солнечно, в Бухаресте 22 градуса, переменная облачность, в Афинах плюс 19, в Киеве 14 градусов, пройдет дождь. В Москве плюс 22, в Анкаре до 13 и также без осадков.